Так, на выход! Эй! Куртку не лапай! Кадет Голд! Здорово! Так, продолжаем играть в Страж Галактики. Там уже вышли какие-то дрова от NVIDIA, которые мне дали какой-то костюм. Умеешь проводить арест? Я все выучила. Первым делом? Первым делом! Кстати, насчет костюма. Давай посмотрим. Вот этот костюм. Вот он. Этот костюм был дан от компании NVIDIA. Не знаю, через чего и почему. То ли за то, что я сделал предзаказ, то ли просто потому, что типа, если у тебя есть игра, там до 6 ноября, типа, купи и получи костюм. Ну, в общем, как-то так. Мы извинились. Ну ладно, погнали. Мы законопослушные предприниматели и следуем закону. И мы не охотились на монстров в нелегальном секторе. Этот арест — ошибка на ошибку. Во-первых, что тут делает ребенок? Я прохожу. Нормально работает теперь. А во-вторых, мы с капитаном очень близки. Ну стоять. Что-то случилось? Да. Нет энергии, веры, нет питания. Нет питания. А что мне маска делать? Одна искра. Техники разберутся. Они... Им не постигнуть сути. Как они починят то, чего не понимают? Успокойте великого объединителя. Так, великий объединитель. Сканируйте еще раз. Кого? Объедков ценителя? Великий объединитель Рейкер. Глава церкви Вселенского чего-то там. Он дрейфовал в карантинной зоне. Искал там Бога, по его словам. Пошли. Мы поймали его, как и вас. Вот только я знаю, капитан. Я говорю, просто передайте капитану, что я... Мама прямо сказала, что не хочет тебя видеть. Мама? Да, Квин. Стоп! Нет! Что ты там не сказал? Трогайте! Нет! Держись! Билл! Питер! Пытайся на что-нибудь! Нет! Нихуя! Слава богу, геймпад стал нормально работать. Малая, ты там? Мама, неужели она его дочь? Прикиньте, если это она его дочь. Кадет Голд, да? Ники. Рад познакомиться, Ники. В общем, Ники, план такой. Прыгай, хватайся за мои ноги, а я постараюсь не упасть. Что-то план мне... Все получится, поверь мне. Да ползите давай. Видишь? Нихуя. Давай, я держусь. Умница! Отлично. Надо же, круто получилось. Спасибо. Потеряй я арестанта, мама бы меня убила. Мама. Ладно, пойдем отсюда. Вон бронированная дверь, укроемся там. Эй! Помоги-ка мне. Готов? Давай. 3, 2, 1. Всё. Нужно идти. Сюда. Идёт Ники. Ого. Держись рядом. Я знала, что с этим кораблем что-то не так. Ловить богов на свалке? О, нет. Дело плохо. Двери закрываются в случае аварий, но у меня есть спецключ. Такие ключи выдают стажерам? Не совсем. Секундочку. Давай. Я могу помочь с дверью. Скинуть бы кандалы. Предписание 3Б. Наручники не снимать. Слушай, тебе ведь нужна помощь. Нет. Ты мой арестант. Сама справлюсь. Я и вижу.
ищем другой путь. Да, действительно. А тут точно нельзя пройти. Тут я команда. Ты как? Нормально. А ты? Все пучком. Так, нам сюда. А нам не нужно наверх? Ну, к остальным. Здесь есть еще одна дверь. Мы же убедились, что... Что за... Вы издеваетесь? Спокойно, не бойся ты. Сейчас бы реактивные ботинки очень пригодились. Так, спокойно. Не хочу тебя торопить. Уже почти. Может, перестанешь вертеться? Это отвлекает. Ладно, ладно. Да, есть! Сюда! Молодец. Спасибо. Ты тоже ничего, пират. Звездный лорд. Ну, или Питер. Или там, спаситель кадет. Ладно, Питер, дело такое. Есть две новости про твоих друзей. Хорошая и плохая. Так. Ты понял? Давай хорошую. Они в порядке. То есть, они там живы. Так, а плохая? Они сейчас находятся в карцере. Мало ли ты надеялся, что они сумели сбежать. Мять. Трубы лопнули. Может, вызовем кого-то по этой твоей штукенции? Это лишнее. Я разберусь. Помоги мне, надо перекрыть пламя. Хорошо. Все, наверное, переживают. Пропала дочь капитана. Не дочь капитана, а член команды. Так ты будешь помогать? Потихоньку. Вот так. Не волнуйся за меня. За меня и так все волнуются. Знаешь, ты держишься молодцом. Не хуже тех, кто меня раньше арестовывал. Сколько их было? Ну, немного. На этом роботе макияж? Что? А, да. Это Иц. Я знаю всех здешних ботов. Они как друзья мне. Я их перепрограммировала. И разрисовала. Ну да. Нет, это клёво. Теперь они разные. Правда клёво? Идем сюда. А здесь нет ничего. Да. Ага. Взял и просто залез в какую-то дыру. Как будто меня здесь нет. К твоему сведению, тут есть лаз, по которому я мог бы запросто от тебя удрать. Но из уважения к тебе я сделаю вид, что не заметил его и пойду, куда скажут. А мама знает, что ты здесь играешь? Это вряд ли. Но что мне остается? Других детей на борту нет. Знаешь, у меня в твоем возрасте было мало друзей. Да, я сидел в тюрьме, но... Значит, мама не врала. В тюрьме Читаури. Я был ребенком. У меня столько вопросов. Родителей тоже схватили? Нет, мама погибла. Отца я не знал. А как вы с моей мамой познакомились? Мы с ней вместе воевали на Меркурии. Я помню ее вспыльчивый нрав. Она вечно всех строит. Поучает, осуждает. Ты еще ребенок, Ники. Ты не знаешь, как устроена жизнь. Не лезь в спасательные капсулы. Я тебя понимаю. Правда? Это позор, Питер. Даже для тебя, Питер. Это запретный сектор, Питер. Да, все так. Куда это ты собрался? Хочу убедиться, что здесь мы защищены. Ну, от огня. Сюда. Помни, командую тут я. Напоминаю, только один из нас знает дорогу. Вот знает. Вернись, пират! Ладно, ладно, иду. Там тупик. Поверь мне. Ну, конечно, я тебе верю. Я вижу. Еще один твой робот? Ее зовут Йокаста. Она ловит непрошенных гостей. Захватчиков, нарушителей, заплутавших арестантов. Ну, ты скоро? Да, я иду. Столько всего.
Если это попытка сбежать с маминого корабля, так и скажи. Я, в принципе, очень даже заинтересован. Только главное, чтобы это не выглядело как похищение. Что? Нет! Нет-нет! Только обещай, что никому об этом месте не расскажешь. Ух ты! Нет, смейся! Нет-нет! Прикольно! Это твое тайное логово? Это точно лучше, чем карцер. Мы ненадолго. Проверю, как тут Ультима. У него приводы чудят. Не торопись. Твоя мама одна побеждает в войне? Я знаю, что это не только ее заслуга. Нет. Последний рывок мы сделали все вместе. Ты тоже? Ну, я оказывал им поддержку. Пиратствовал? Ходил в рейды. А это хорошее пиратство. Это Крилар? Да, это старый рисунок. Сейчас я могу лучше. Нет, нет, классно. Хоть и мрачновато. А, это Меркурий, да? Ага. Это то сражение, в котором участвовала мама. Говоришь, ты тоже там был? О, да. Она бы не справилась, если б не мы с опустошителями. Поправь, что ли? Мне подрисовать тебя? В интересах исторической точности. Универсальный переводчик. Язык Грута он знает? Мне кажется, вы бы с ракетой подружились. Либо не выносили бы друг друга. Одно из двух. Ты про енота? Да уж, он очаровашка. Я о том, что он тоже обожает технику. Можно поговорить, а можно... Эй, сюда нельзя! Это личное! Не входить, я понял. Я, в общем-то, закончила. Надо идти, а то мама совсем взбесится. Да, она умеет раздуть из мухи слона. Ведет себя со мной, как с маленькой. Не только с тобой. В общем, ты меня понимаешь, да? Если у вас с мамой будет разговор и зайдет речь обо мне... Видишь ли, я вроде как не должна была... Не вопрос. Я расскажу Карел, как хорошо ты себя показала. Нет! То есть, спасибо, но в идеале ей лучше вообще не знать, что я там была. Так я тебя не видел? Именно. Ни меня, ни моего ключа. Может, ты слышал про Ники Голд, клёвую девчонку, и только. Клёвая девчонка. Лифт ага. Тут, рядом. Считай, пришли. Уже почти. Помочь? Да. Есть! Мам? Оба. Я объясню. Мама. Ники. Да ладно. Все нормально. Честно. Высший класс. Во имя Хала, о чем ты думала? Связалась с преступниками. Пошла на задержание. Подозреваемыми. Чуть не погибла. Догадываешься, какой нагоняй тебя ждет? Мам, ты обещала мне больше свободы. Свобода не право лгать офицерам. И лезть, куда не просят. Я виновата, что чей-то корабль взорвался. Запретная зона не зря так зовется. Я тебе не арестант. Ты ребенок. Ты хоть слушаешь? Эй, эй. Это нагнетение. Нам всем пришлось очень тяжело. Давайте успокоимся. И признаем, что каждый из нас не без греха. Потушите пламя и осмотрите ангар. Есть команда. Узнайте, почему взорвался тот челнок. Великий объединитель Рейкер не идет на контакт. Так надавите на него. А вы двое за мной. Конечно, ты взбесилась. Иначе не бывает. Даже Питер так сказал. Он сказал, правда? Я думаю, Питер оговорился. С ним часто бывает. Скажу прямо, Ники меня спасла.
Она держалась молодцом, ты можешь ей гордиться. Из твоих уст, Питер, похвала ничего не стоит. Почему ты ведешь себя так грубо? Можешь его выслушать? Мне плевать, что он скажет. Верхний уровень. Каюта капитана. Наконец. Блокировать двери. Блокировка дверей. Теперь убьешь нас? В теории открыть эти двери могу только я. Да, я знаю правила. А по-моему нет, потому что ты умудряешься обходить все барьеры на этом корабле. Я хочу знать как. Или покажи мне. Мам! Отшутиться. Я правда не понимаю, о чем ты говоришь. Давайте пошутим. Вспомнил последний раз, как я застрял в лифте. Со мной была одна Шара. Она... Фу. Ты совсем больной? Но она была очень милая. Выпустите меня отсюда. Выпущу, когда ты мне все расскажешь. Ты и так все знаешь. Нет, не знаю. Ты вечно лезешь, куда не просят. И каким-то образом тебя постоянно ловят в запретных зонах. Я мелкая. Ясно? Везде пролезу. То есть и охрана тебя не заметила, и блокпост ты миновала, и двери тоннеля сами открылись, и на этот уровень ты случайно попала. Твоя мама имеет право знать. Взрыв корабля-то дело не шуточное. Я не взрывала кораблей! Ну, я не это имел в виду. Как мою 12-летнюю дочь вообще занесло к этому кораблю? Ну надо же. А выглядит на все 16. Питер! Да что? Она все делала по уму, она смышленая. Чересчур вскрывает любые замки. Или, может, у тебя имеется допуск 6 уровня? Так и знала. Николетта, выверни карманы. Нет. Сама выворачивай. У меня к тебе чувства. Что-что? Ну, знаешь, не такие прям чувства, эмоции. Из-за этих взрывов и всего, через что Ники, мы с тобой может, прошли... Что там, блядь, я не вижу. Но теперь вроде все выплесно. Порядок. Что ж, хорошо. Ты позволишь? Ты что, украла ключ? Я не украла! Сделала! Не поняла, что делать. Приз за смекалку. Отменить блокировку. Блокировка снята. И можно помочь им в ангаре? Нет, возвращайся в каюту и сиди там ближайшие 30 оборотов. Ну, мам! А может, хочешь 30 циклов? Вот Мегера. Ну и денёк, да? Взрыв челнока, нарушители карантина и дочка. И не говори. Чуй. Чуй. Не верится, что ты его сохранила. Как он уцелел? На Меркурии было 1000 градусов. И это было 1000 циклов назад. Можешь оставить его себе. Он твой. Я же велел ему тебя охранять. Пусть выполняет свой долг. Тем более, что сейчас у тебя есть дочь. Так. Посчитать в уме. Так. И 12, как раз так. 12 лет. Которой не было тогда. 12 лет назад, когда... Питер. Мы заметили ваш корабль. И я обрадовалась. Поначалу. Но теперь я вижу, что ты все тот же. Прежний, ты прежний... Не прежний. Я выплачу любой штраф, но дай мне 3 цикла. Я докажу, что я не то слово, каким ты хотела меня назвать. Заплатишь 7000 юнитов? За 3 цикла? Ого, да, это большие деньги. Ну а что, если, допустим... Сумма не обсуждается.
Поисковый отряд обнаружил на твоем корабле целый склад запрещенной техники. И больше ничего? Ладно, ладно. Получишь ты деньги, не вопрос. Затея со Стражами Галактики близка к осуществлению. И если бы не наручники, я бы показал, насколько близка. Почему я уверена, что пожалею? Да ладно, разве я тебе... Ты не пожалеешь. Честно. У тебя 3 цикла, Питер. Не 4, не 5, 3. Соберешь всю сумму, выходи на связь. А если не соберем? Наше устройство отключит ваш корабль. А вас ждет тюрьма. Ясно. Мы не подведем. Что за цирк, Питер? Ты обещал уладить вопрос. А что? 7000 юнитов не так 7 много. 7000 юнитов? Это огромная сумма. Где мы возьмем столько денег за 3 цикла? Придется грабить банк. Где еще? Ну да. Нас штрафанули. Да, в наш корабль вмонтировали датчик, который вырубит движки, если мы не расплатимся за 3 цикла. Зато нас не отправили в тюрьму. Пока еще. Да бросьте вы. Ты Дракс-разрушитель. Ты убил Таноса. Якобы. Тебя не напугаешь каким-то штрафом. А Гамора, ты как агент Ми-6, только круче и сексапильнее. Тебе все нипочем. Началось. Ракета, ты гений, а прыти у тебя хватит на 10. Сколько раз ты сбегал из тюрьмы? 7. 7. Я есть Грут. Ты есть Грут. Ребят, мы же с вами команда. Надо только подсчитать, сколько у нас денег, и составить план. Ты есть Гамора, ты есть ракета. Посмотрите за диваном, а загляните есть... под верстак. Глядишь, там как завалялась тебе, блядь... пачка другая юнитов. И я у себя поищу. Хмырь. Вот почему нельзя спать с копами, Квилл. На моем корабле бомба. Он мой. Дракс, блядь.